ты меня видишь теперь, я тебя тоже вижу. Аллилуйя. Ты меня слышишь, надеюсь, теперь? Отлично. Все, супер. Так, я дома тоже с отличным Wi-Fi. Так, смотри, мы закончили на том, что я хотел кое-что уточнить. Смотри, на данный момент камеры на вчерашний день, это 100%, работают только в Киеве. Следующим, как говорили руководство МВС, это будет вроде как Львов, а потом уже остальные города-миллионники. Ну, я думаю, это будет совершенно недолго, потому что ты сам понимаешь, какие это бабки. И прервались мы на том, что я хотел у тебя уточнить, что делать, если автомобиль продан, хрен знает когда, по генералке, с человеком связи нету, и сейчас ты начинаешь прикалываться и получать в почтовом ящике один за одним нарушения. Как в этом случае поступать? Есть какой-то выход из этой ситуации, либо нет? Смотри, по поводу денег, там уже кое-кто пошутил. Статистику какую-то МВД выбрасывала в сеть, и кто-то посчитал на количество камер и посчитал, что каждая камера зарабатывает $230 в минуту, вот, чтобы ты понимал. Вот. Это по поводу денег. А по поводу этих доверенностей, то я всегда всем говорил, ребята, купил по доверенности, это называется, ты ничего не купил. С юридической точки зрения. У нас не предусмотрен такой порядок, как купить по доверенности. Поэтому вот это вот все, покупка по доверенности, всегда все, ну, скажем так, на свой страх и риск. Да, это дешево и удобно, но потом бегаешь, ищешь собственника для того, чтобы доверенность заканчивается, нужно переоформить. Или, например, были случаи частые, когда человек попадал в ДТП, он был пострадавшим, но не мог получить, потому что не уполномочен был собственником получать эти деньги. Ну да, он, не он же хозяин. Что делать? Не покупать. Что делать, это не покупать по доверенности. Понимаешь? А спрашивать уже после того, как ты накосячил, что с этим делать? Ничего, вы уже все сделали. Всем, кто покупает по доверенности, ну, вы должны понимать, вы это делаете на свой страх и риск, потом у вас будут проблемы у вас. И теперь еще получается с этой системой фиксации еще будут проблемы у тех, кто продал по доверенности. Так что дерзайте. Купля-продажа у нас есть. Это вот единственный способ, предусмотренный законом, как приобретаются никакие доверия. Ну смотри, если ты продал автомобиль, получается, вот сегодня был такой случай, обговаривали в чате, и говорит, а если я в угон подам? Я правильно понимаю, что в этом случае следователи райотдела могут красиво тебе еще развести на бабки за дачу заведомо ложных, ну, пока заявление, правильно я понимаю же? Так можно, но смотри, там же все будет фиксироваться по времени. То есть они это тоже предусмотрели в законе, написали, что если ты предоставишь там данные о том, что автомобиль у тебя украли, например, угнали, да, то тогда ты освобождаешься от ответственности. Но опять-таки, это же по времени фиксируется. Камера там будет дата, время. Твое заявление будет дата и время. Если твое заявление позже, увы. А за ложное, ну... Хорошо, смотри. Там я смотрю, что смотри, так допустим, то ли не видят, то ли что. Прямой эфир. Твои подписчики видят вообще? Как это, да, происходит? Да, все видят. А вот смотри, сейчас вот тут вот справа вверху, видишь, прямой эфир. И вот там количество человек в эфире сейчас. Пишут, так если продал, ты ответил на этот вопрос. Это от тех, кто подсоединяется, ты понял? Смотри, вопрос такой на засыпку. Допустим, автомобиль... У тебя тоже на странице идет, да? Что-что? Не только у меня на странице идет, и у тебя тоже? Не-не-не, видно, твои подписчики видят, и мои подписчики видят, как бы, ну, и те получается. Просто ты, самое главное, в конце, я тебя очень прошу сейчас, ребят, тут чуть-чуть просто статистический момент, в конце это видео, там, перед тем, как закрыть, сохрани. Если что, там будет добавить его в этот IGTV, сделай, пожалуйста, это, я у тебя его скачаю, хорошо? Ну, в общем, не спеши, короче говоря, заканчивать в конце. Так, все, вернемся к камерам. Смотри, автомобиль на мне. Я его продал, допустим, когда-то по доверенности тебе, мы на это пошли, ну, мы вот оба. Как мне сделать так, чтобы теперь штрафы на меня не приходили? Как это все происходит? Никак. То есть не предусмотрено. А нет, ты, я думаю, ты видел,
А ты Юридически видел, это кстати, будет. в этом, в инстаграмах, везде было, в телеграме, письмо счастья, где на видео, ну, на фотографии Вита, я так понимаю, что человек просто боится левые номера, правильно я понимаю? А написано, когда? Я думаю, возможно, там же ж на самой фотографии номера не видны. Ну, то есть там только черно-белая, да, фотка, видно, что это микроавтобус, скорее всего, видно, да, а написан Hyundai Accent, а номера не видно. То есть система, скорее всего, имеет еще и технические какие-то неполадки, видимо, неправильно срабатывает. Вполне возможно, я более чем уверен. И знаешь, еще так, ну, немножечко, знаешь, такое печально-юморное. А представь себе, у нас же проблема еще большая, у нас же куча двойников. Да. Вот сидишь ты так, да, а где-то твой двойник тебе зарабатывает штрафы. Ну, в принципе, что будет так же. Скажи, пожалуйста, со стороны закона юридической, я правильно понимаю, что это полностью противоречит Конституции, правильно же, нашей, действующей? Конституция Что нам делать в говорит. этом случае? Да-да, слушай, слушай. Конституция нам говорит, что у нас ответственность персональная. То есть ты совершил, ты отвечаешь. А получается, тут я же говорю, такой вопрос очень интересный. Вот он с юридической точки зрения глобальный. Потому что нам любят рассказывать цивилизованные страны мира там и все такое. Но цивилизованные страны мира – это хорошо. Но с точки зрения закона, как это происходит? То есть получается, что сам факт владения автомобилем – это уже что, нарушение? Ну, то есть бред. То есть в чем виноват собственник? В том, что кто-то нарушил, я вот не понимаю логики, где здесь логика, в чем вина собственника? В том, что он купил автомобиль? Но это уже бред как. То есть персональная ответственность полностью здесь ломается как. Но это противоречит Конституции. Жень, и знаешь, что мне еще интересно? Представим, что идеально все равны. Нарушает патрульный автомобиль, если Трубецкого превышает. На кого будут писать? Вот вопрос. Там же ж на должностное лицо высылают. Там они же придумали теперь наказывать не только физлиц, но и юрлиц. Угу. То есть, если какой-то служебный автомобиль или, опять-таки, автомобиль, который зарегистрирован на юридическое лицо, то штраф прилетает там на директора, ну, а в данном случае там на какого-нибудь начальника, там, какого-нибудь департамента, я ну, не то знаю. есть, я так понимаю, на автохоз, да, скорее всего. Так, а я там, понял. смотри, Смотри. система не автоматическая, а полуавтоматическая. Нужно же об этом говорить. Я думаю, если ты Угу. смотрел, но если не смотрел, я коротко расскажу. То есть, Не смотрел, расскажи лучше. Фиксация, то есть фактическая, да, грубо говоря, камера сработала, зафиксировала номер, дату, время, скорость. Потом это, ну, скажем так, кейс. Этот кейс попадает уже на конкретного оператора. Этот оператор проверяет, что там все совпадало. Номер, да, автомобиль. Это как парковщики, правильно я понимаю, да, вот это вот? Что-то похожее, да? Получается, когда к оператору попадает, например, информация о том, что превысил автомобиль патрульный, ну, либо не патрульный, а какой-то известный ему, что это там какой-то ведомственный автомобиль, то он может его просто заблокировать и все, и дальше это никуда не пойдет. То есть система не автоматическая, я же говорю, а полуавтоматическая. То есть вмешательство человека тут есть, который уже дальше решает, пропускать дальше этот кейс или не пропускать. Ну а кто у нас служит в полиции, и мне тебя объяснить. Ну, понятное дело. Просто я смотрел одно из интервью Тохи Геращенко, и он рассказывал о том, что я понимаю, что бывает машина не на владельце, туда-сюда. Вот, если вам пришло письмо счастья, вы должны найти того, кто был за рулем. Взять его за шкирку, притащить в эту службу и сказать, это он негодяй. Ну, то есть 62-я конституция, ну, вот полностью улетает у нас. И вот он должен доказывать и оспаривать, и на него переписывать штраф. Скажи, пожалуйста, действуют все те же самые, да? То есть 10 дней на оспаривание, 15 дней на оплату. Правильно я же понимаю? Смотри. С момента получения. Еще более Да-да-да. Подробнее. Ага. Вот мы говорили про угон. А получается так, они предусмотрели два основания, по которым освободить можно от ответственности собственника. Это угон, как мы говорили. И они написали, если водитель
самостоятельно придет в управление, то есть даже не собственник, то есть не собственник должен заявить, что это не я, а тот именно водитель, который это нарушил, официально, если он сам придет и сам заявит, что это он, и сам еще подпишет, что он согласен, чтобы его оштрафовали, вот только тогда собственника освободят от ответственности. То есть фактически они на функцию свою, как правоохранительного органа, да, в поиске виновного, в рассмотрении полном всестороннем дела, ну, как бы перекладывают на собственника. То есть ты сам, короче, заморочься, приведи этого водителя, и пусть он сознается, пусть он явится с повинной, и тогда он будет нести ответственность. А по поводу сроков, там они же придумали еще хитрее. Они же сначала присылают так называемое поведомление про, ну, про административное правопорушение. То есть даже не постановление. Это как парковщики наши. Да. Уведомление. То есть фактически уведомление. Но это уведомление они уже предлагают сразу оплатить. То есть мы, ну, как бы все знаем, понимаем, что у нас факт нарушения, ну, фиксируется чем? Постановление. То есть до постановления делает, приходит просто, ну, фактически предложение. Слушай, дружище, мы там вроде как видели, что ты вроде как нарушил. Ты, пожалуйста, заплати, и тогда мы дальше не будем это раскручивать. Но сделали скидку. 50% ты должен. Слушай, вот так. Копия, я не знаю, как у вас в Киеве есть такое. У вас есть парковщики, которые ходят и обелечивают всех за парковку? У нас по этой схеме работает уже почти полгода. 50% скидки... Тоже уведомление, а потом они пересылают в полицию, полиция вносит просто постановление. И тоже 50% скидки. Ничего нового не выдумывали. Ну так это же та же самая статья, она же давно уже придумана. Они сейчас ее как бы внедрили уже на практике. Она же давно существует. Ага. Жень, скажи, пожалуйста, если меня ошибает память, вернемся с Леонца в историю. Да-да-да, говори. Я хотел договорить, что интересно. Теперь они все это переводят тупо в штраф. То есть понятно для чего? Для того, чтобы набить карманы. Либо себе, либо государству, либо и себе, и государству. Но что интересно, вот водители знают, что, например, скоростной режим, у нас штраф начинается после превышения 20 километров, да? Над разрешенной скоростью. Но вот эти вот до 20 километров, это ведь тоже нарушение. Правильно? Это превышение, но которые не штрафуются, это, а наказываются. Да, это как кого? Погрешность. Не-не-не. Да-да-да, 125-я. 125-я, инщи поруши. То есть, если 50 в городе, а ты ехал 67. Это нарушение? А, нарушение. Все, я тебя понял. Да, да, но это же инщи поруши. Я узнаю. Но оно не болит. Оно допустимое к 20 километрах, правильно? Но предупреждения они вряд ли будут присылать. Мне что интересно, получается, что они такой вид административного взыскания, как предупреждение, просто испарили. Жень, ты сам прекрасно понимаешь, ты видел хоть раз официальный бланк о закрытии административного дела? Официальный. Я нет. Это на бумажке копы писали более-менее. Я себе на канале об этом рассказывал. Я даже писал официальный запрос. У меня есть конкретные, ну, на конкретную дату, конкретные цифры, количество бланков, протоколов и постановлений. Я отдельно просил расписать по каждому виду. И вот мало того, что они их не выдавали, они их даже не заказывали. Ну, потому что они даже не предоставлены одним приказом. То есть фактически не существует на сегодняшний день ни юридически, ни фактически бланка постановления о закрытии дела об админправонарушении. Его не существует. То есть его не предусмотрели. Только штраф, только постанова. Только штраф, да. То есть, ну, а потом говорят, что это нужно, да. Это же карательная система. То есть они даже не предусмотрели возможности освободить человека, ну, закрыть дело там, а там же сколько там, 7 или 9 пунктов, когда закрывают дело по 247. То есть... Жень, скажи, пожалуйста, камеры эти насчет двухколесной техники... На мотоцикле они фиксируют скорость? Ну, номерной знак-то сзади. Не в курсе, нет? Вот это интересный вопрос. Я не сталкивался, я думаю, если так, то думаю, нет. Они же только вперед стоят. Ну, то есть, лоб в лоб. По-моему, камера не так не устанавливает обратную сторону.
Ну, за границей они фиксируют и так, в принципе, там и в одну сторону, и в другую они. А скажи, пожалуйста, а в случае с евробляхами? В случае с евробляхами? А евробляхи будут тем, кто ввозил. То есть, я так понимаю, что... А вот этими витовидальными особо. Вот я те, кто ввозил, верблюды, правильно? Да, понятие витповидального особа, и под эту витповидальную особу подпадают властник, належный користувач, который сам ты должен вести, либо тот, кто ввел. Да. Mm-hmm. Почему вот был, если помнишь, был такой момент, они очень часто тормошили евробляхеров, просто переписывали у них информацию. Они их в базу, скорее всего, все вбивали, как належных користувачей. Чтобы потом... Женя, объясни, пожалуйста, ты. Вот вопрос, который задают очень часто. А что, если ехать без переднего номера? Это нарушение, либо нет? Я устал объяснять, может, у тебя получится. Не знаю, без переднего номера. Юридически, да. Опять-таки... И довести это законно... Можно же ведь... Ну, ты ж, я понимаю, к чему ты ведешь, ты по поводу вот, безномерного знака, да? Там не написано, что без номера. Да, ПДД, ну просто люди ПДД прочитали, и дальше они уперлись, они не читают дальше ГОСТы и все остальное. Я понимаю, что это нарушение, номерных знаков должно быть два, и там даже написано, где и как они должны быть расположены. Во-первых, ГОСТы ты не должен читать. ГОСТы к тебе не имеют никакого отношения. Ты не являешься лицом, которое должно, вот если ты как частное лицо, ты не являешься лицом, которое обязано обеспечить вот их применение в жизни. Не ты должен это обеспечить. Хорошо, давай по-другому тогда. Что мне запрещает ехать? Что мне запрещает так ехать с этим знаком номерным? А ну-ка, расскажи мне. ПДД. Но там без номерного знаку. Без номерного знаку, да. Ну, вот так вот написано. Тупо, согласен. Тут же я говорю, можно трактовать... А конвенции там... Вот я, насколько помню, извиняюсь, перебил, я читал год назад, где-то в Стамбульской конвенции, хрен знает какой странице, там указано, что сертифицированные автомобили, то есть, ну, свежие, да, это не берем там вот те вот «Жигули», там должно быть два номерных знака, и там даже написано высота, что-то с банкой, ну, что такое вот. Я вот, если интересно будет, найду, потом тебе скину. Даже в Стамбульской конвенции это прописано. Так, ну, что такое? На Стамбульскую конвенцию плюют, я так понимаю, вообще. Вот понимаешь, вот это, вот это и проблема. Нам любят рассказывать про этот европейский опыт, но вот европейский передовой опыт у нас любят перенимать только в части ограничений, запретов, штрафов, ну, вся жесть. Другой передовой европейский опыт нам не хотят почему-то внедрять, понимаешь? То есть если бы это было в совокупности с хорошими дорогами, ну, может быть, тогда я сказал, ну, окей, вот пряник, вот кнут, окей. А так только кнут, кнут, больше кнут, еще, потом дубина, потом, ну, то есть жесть. Просто направленность действия государства только на одно, набить карман за счет наших карманов. Ну, понятное дело. Это, как говорится, как я много раз полюбил повторять, что у нас прошла не реформа полиции, а хороший бизнес-проект зашел. Так, Жень, скажи, пожалуйста, допустим, я попался на камеру, мне пришло уведомление, я водитель, либо не я водитель, очень неважно, не я ехал за рулем, и я решил наказать эту систему и хочу оспорить в суде. Дальше что меня ожидает, какие мои действия? У меня штраф 255 гривен, правильно? Тогда ты не соглашаешься, получается, ты на уведомление не реагируешь, тогда тебе после... в течение 10 дней от получения этого уведомления уже не выписывают. Секунду. 10 дней от получения уведомления. Скажи, пожалуйста, а как фиксируется получение это? Ну, как обычно, либо отметкой. Ну, вообще, они написано, что они должны заказными с уведомлениями отправлять. Как обычно, отправили, и все, и пошло время, да? Ну, как это обычно? Ну, не знаю, написано с уведомлением, потому что там тоже... написано про отметки о вручении либо отказы от вручения. Такое делается только в заказных письмах, которые с уведомленными корешками. Ты знаешь. Вот, если им приходит возвратка, что ты либо получил, либо не получил, вот конкретная дата, от этой даты 10 дней и вперед.
Потом Хорошо. уже просто снова прилетает. Уже на А полный. я сейчас решил идти в суд. Да, я решил идти в суд оспаривать. Пишу иск в суд. Дальше, что меня ожидает в плане финансов? Хочу оспорить 255 гривен штрафа. А там 255? А, да, там же половина 127,5, да. Я могу ошибаться, я размеры штрафа плохо знаю, честно тебе скажу. Ну, эти штрафы потом. Сложно они, не забудут. Там же законопроект лежит, по-моему, на 3 с чем-то за превышение скорости. Тот, который... Нормально, который, нормально. Один из последних, да. Там. Ну, трешечку за превышение. Но он еще пока не прошел. Что дальше? Что не, ну дальше? Что, или косарь на месте. К чему я это говорю? Я говорю о том, что по всему интернету недавно все отрубили отмена сосновой сбор. Да. Расскажи про это, пожалуйста, вот интересно. Верховный суд отошел от своей собственной позиции по поводу того, что теперь для оспаривания постановление об админправонарушении необходимо платить судебный сбор. Из чего он исходил, непонятно. Я так и не понял. Просто захотелось. Такое ощущение, что сделано опять-таки через кое-какие мохнатые ручонки. Потому что раньше, ну как бы, как раньше было, при подаче ты не платишь, но если ты проиграл, ты платишь судебный сбор. То есть фактически... На тебя он ложится, но опять-таки только лишь когда ты проиграл. А тут, получается, ты в любом сейчас? Случае заплатишь. А сейчас в любом то есть, случае даже если ты выиграешь, даже если ты споришь. Ну, ты даже платишь, если ты споришь, выиграешь дело. Ты платишь судебный сбор, но если ты выиграл, тогда ты его можешь типа взыскать назад себе. Это с департамента. Да, самая тупая дикость, потому что вот опять-таки была, ну как, когда оспариваешь постановление, у нас по КАСУ, как написано, можно привлекать ответчиком либо орган, либо должностное лицо. Многие делали просто полицейских ответчиками, многие делали департамент. Я делал и так, делал и обоих привлекал ответчиками, как угодно. Но сейчас получается единственный правильный способ, это привлекать ответчиком департамент патрульной полиции, потому что если ответчиком привлекать полицейского, то с него судебный сбор ты просто не взыщешь. Не предусмотрен такой порядок. Как с конкретного должностного лица. То есть у него деньги. За... Ну, я понял, я понимаю, я понимаю. Это было бы интересно. За судебный сбор с полицейским было бы интересно. Вот тогда бы они, может быть, научились 2, 3, 4, 5 таких исков в месяц. И зарплаты там минус. Там же сейчас... 800, сколько там, 40 гривен, по-моему. Вот было бы им очень полезно научиться правильно составлять административный материал. Поэтому, то да. Есть, вот, получается, смотри, что поспоришь, штраф 255, вот 250 пока подсказывают, до 50 километров 250 гривен, выше 50 510. Что подспорить эти 250 или 510 гривен, где нужно заплатить судебного сбора, сколько? 840. Ну, отличный вариант. Как за неимущественный спор. Отлично все. В общем, сделали и там очень хорошо. Я так понимаю, просто люди начали все-таки оспаривать постановление, и суды чуть-чуть подустали. И с этой точки зрения немножко понимаю, потому что ты сам понимаешь поток постановлений. Так, скажи, пожалуйста, что делать, как от этого защититься? Что делать и кто виноват, да? Два из вечных вопроса, на которых нет. Не, ну я тебе обещал хотя бы один вопрос, который невозможно ответить. Смотри, во-первых, время, да? Время нам надо. Для того, чтобы сейчас эта система прошла опять все этапы. То есть сейчас вот буквально уже и мне пишут, что типа, ну, приходят эти уведомления, кто-то писал, что в электронном кабинете этого водителя увидел штраф, ну, за нарушение скорости, то сейчас начнут приходить постановления. Опять-таки, часть людей будет платить по уведомлению 50%, кто-то не будет платить, а потом будет платить все 100%, ну, а кто-то будет спорить. Ну, и понятно, кто-то из них да попадет в наши цепкие ручонки.
Вот, потому что мы ухватимся и будем идти до конца. Вот. Первую инстанцию. Жень, я правильно понимаю? Да. И потом... Правильно же я... Да, извини, что прибываю. Правильно я понимаю, чуть в историю хочу убиться. Раньше же были письма счастья еще при ГАИ, правильно? И я не уверен, не помню кто, но я знаю, что Верховный суд, или Конституционный, или Верховный суд, не буду врать, вынес решение о том, что они незаконные. Правильно я же говорю, что было это дело? Сейчас верит то же самое, просто поменялось одно название. Милиция, полиция. Я не прав в чем-то, ошибаюсь? В 2011 году Конституционный суд признал норму КУПАП под номером 14 прим. 1 такой, что не отвечает Конституции Украины, ну, не соответствует Конституции, то есть неконституционно. О чем была эта норма? Она была о том же самом, только там было написано «властники». Властники транспортных засобов. Пришли у нас реформаторы и назвали сначала... Ну, взяли ту же самую статью и переделали. Написали, что не власники, а особи, за якими зареєстрован транспортний засіб. Ну, а ми всі розуміємо, у нас реєструється транспортне средство за ким? За собственниками. Ну, тобто, то же саме. Потім вона трансформировалась, появилась уже за ответственным лицом, а ответственным лицом может быть собственник, вот это, надлежащий пользователь, либо по евробляхам тот, кто ввел. Ну, то есть сделали то же самое. То же самое. И вот он результат. То есть эту норму, я помню, ну, а это уже стало у нас 14 номер 2. 14 прим 2. Вот это вот сработало. Потом они еще добавили 14 прим 3, это вот как раз по евробляхам. Вот. То есть по 14.2 что-то мне такое кажется, кто-то подавал в Конституционный суд. Я вот как-то сидел, искал в реестре, в списках дел, которые рассматривают КСУ, и, по-моему, там этого нет. Ну, то есть оно работает. Будет работать. Его, получается, его, скорее всего, только ну, отменять через закон. Другая Верховная Рада. Возможно, отменить. Потому что это, вот, ты же видишь, не слуги народа, а слуги Арсена Борисовича. Не, ну а что? Бизнес нормально, бизнес-компания такая нормальная. Так, ясненько, в принципе, Женя. По камерам, ребят, вопросы, сейчас тематика камеры, по ДТП, по всем остальным. Скажу сразу, чтобы ответить на ваш вопрос, вот нужно обратиться к адвокату. После эфира можете вот написать адвокату, чтобы он ознакомился с материалами дела, а после этого он ответит на ваши вопросы, а не делать это в Инстаграме. Женя, прав? Ну, тут лучше, просто да. Пишут, подключите по ДТП. Если тематику уже... Это хорошо, что... Да, это ж, я же говорю, это все равно, что мне сейчас установить диагноз, почему у меня ухо болит, там, если Женя был врачом, да, по Инстаграму, ну, сами поймите, это болит. Так, ну, у меня вопросов больше нет. Тебе есть что сказать? Ой, хочется, знаешь, что сказать. Больше всего, что меня вот печалит, даже не эти все штрафы, не вся эта система САД. Меня больше всего печалит... как раз на последнем примере, да, вот с этой нормой 14.1, а потом они ее продублировали в 14.2. То есть у нас такими вот способами просто вот как по мне разрушается вообще основа государства. Потому что у нас, вот знаешь, существуют три ветви власти, законодательная, исполнительная и судебная, которые, ну, в теории должны друг друга уравновешивать и друг другу противодействовать. То есть чтобы никто не перетянул на себя больше. Вот, то есть с этой точки зрения у нас судебная власть уже как бы определилась, что, ребята, автоматическая фиксация – это нарушение Конституции, вот, отменив ту норму. Но законодательные власти на это плевать. Получается, роль вот уравновешивания ну, не работает. То есть, понимаешь, эту норму они отменят, те примут следующую, там, 14.4. Опять это скажет Конституционный суд, и эта норма неконституционная. Они 14 прим 5 примут. Это, понимаешь, это разрушение государственности. Вот это что печаль. Тут важно только одно им. Да, бабки, власть, все. Власть, бабки. И все. Хотя и власть. Жень, скажи, пожалуйста, а вот еще интересный такой вопрос вот человек задал. Смотри, если подавать на штраф по камерам иск в суд,
После того, как ты его выиграешь, оплатить его и подавать, я так понимаю, человек имеет в виду административный иск на департамент патрульной полиции на возмещение ущерба, ну, затрат адвоката и этого иска. Чисто теоретически. Реально, нет? Ну, во-первых... Я понимаю, что это гемор. Во-первых, что это можно и нужно делать в одном иске. Зачем отдельно? То есть ты подаешь... Ну, я имею в виду... Я спариваю постановление и сразу все судебные издержки туда закладываешь. Издержки на адвоката в том числе. Плохо у нас... Ну, я так понимаю, что адвокат должен быть плательщиком налога НДС. Правильно же я понимаю, да? В этом случае. Нет, я ошибаюсь. Адвокаты, по-моему, не являются плательщиками. Это самозанятые особы. Жень, наверное, что-то я не то морознул. Ну, что... Ладно, потом я уточню, потому что я же я так, знаешь, у своего услышал от него краем уха. Понял. Так, ну, в принципе, у меня все. Для того, чтобы более подробнее об этом разговаривать дальше, то есть нужно время. Сейчас будет, ну, там, грубо говоря, там, в течение месяца, наверное, начнутся первые иски, полетят в первые инстанции. А потом уже дальше будет видно апелляция, кассация. Ну и кто-то, я уверен... Кстати, чтоб это вы увидели самыми одними из самых первых, после эфира подписываемся на Инстаграм Жени, там ссылочка на его YouTube-канал, переходим, он там постоянно обозревает всякие видео. Он не делает провокации, как я, не ругается, но иногда ругается тоже. Ну, в общем, как бы, и там очень много полезной информации, умной, и ты постоянно новости все обозреваешь. В принципе, у меня все. Левый номер. Женя, иди. Ну, к сожалению, Женя, это отчасти прав. Последнее сообщение. Ну, уже, блин, до этого доводят. Ладно, всем спасибо. Ты давай еще мне расскажи, что мне тут нажать, чтобы это сохранить. Так, Жень, ты это появился тебе говорить в эфире. Сейчас ты закрываешь, потом у тебя появляется в конце. Там будет либо кнопочка сохранить, либо добавить или опубликовать в IGTV, понял? Окей. И ты публикуешь в IGTV. Я тебе потом скачаю его, если что, скину в Telegram, выкинешь в Facebook. Все. Пока всем спасибо большое, Жень, за внимание уделенное. До скорой встречи. Хорошо, Витя. Аналогично.